Очередная партия иностранных граждан подготовлена в Тверской области для отправки на родину. Это 5 человек, в отношении которых начальником ОМВД принято решение о депортации. Въезд в Российскую Федерацию этим персонам теперь будет запрещен в течение ближайших 5 лет. Исполнение решения о депортации осуществляют сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ОМВД России по Тверской области во взаимодействии с другими службами полиции. С начала года с этой целью сотрудниками ведомства совершено 18 выездов в аэропорты Московской области и 2 выезда в приграничные территории с Украиной и Абхазией. Стоит отметить разницу между процедурами депортации и выдворения. Во-первых, последнее применяется только по решению суда, в то время как решение о депортации принимается начальником территориального органа МВД. Во-вторых, административное выдворение проводится как в принудительном порядке, так и в порядке самостоятельного выезда, в то время как депортация осуществляется только принудительно. Решение о ней принимается в отношении иностранных граждан, освобожденных из мест лишения свободы, и в отношении которых Минюстом России вынесено решение о нежелательности пребывания на территории нашей страны.